Один из часто распространенных вопросов – это есть много голды, куда потратить. Изначально этот вопрос вообще некорректен, потому что, задавая такой вопрос, вы заявляете о том, что вы плохо разбираетесь в игре. Да, со стороны выглядит ваш вопрос именно так. Поскольку этот вопрос задают очень часто, так как таких пилотов очень много, то первый совет – который можно было ранее чаще слышать от ютуберов, это покупать пятый слот. В общем, как и прежде. Плюсы пятого слота действительно имеют место быть. Первое, это вы продлеваете себе бой. Второе, вы увеличиваете награду за бой. Третье, повышаете вероятность победы вашей команды. И четвертое, привлекаете к себе внимание офицеров и лидеров хороших кланов. Хочу подчеркнуть, что задавая такой вопрос, некоторые пилоты могут поддаваться заведомо плохим советам, которые, как правило, дают шутники или, хуже того, какие-нибудь тролли. А если у вас все же есть пятый слот, вы все равно задаетесь этим вопросом, куда бы подевать много голды, то вы снова ищете легких решений, что не всегда играет вам на руку. Нужно понимать, что в лучшем случае вам начнут давать советы и рекомендации по чужому вкусу. Например, то, что может быть по вкусу другому, не всегда будет по вкусу конкретно вам. А самое лучшее здесь, это когда вы сами понимаете, что для вас будет лучше и интереснее. А со стороны это выглядит примерно так. Если в один из прекрасных дней, идя по улице, вы спросили бы совета у идущего к вам навстречу человека, куда потратить вашу заработную плату. Или куда лучше в вашем доме ставить мебель, и что нужно еще поменять в вашем доме. Ну, примерно это так. Помните, это ваш ангар, и это ваши интересы, и ваша точка зрения, и, конечно же, ваши средства. Никому они, в принципе, не интересны, или это будет все, знаете, от балды куда что. То есть этот человек может также задаваться таким же вопросом и даст вам свою какую-то точку зрения, которая будет далеко вам неудобна. Или же вы позволяете себе быть ведомым. Ну, в общем, вы сами ответите себе на этот вопрос. Но на сегодня игра Warrobots стала более разнообразна, и вариаций, куда потратить 5 голды, 5к голды, очень много. 5 голды — это всего лишь к примеру я говорю, то есть ее может быть разное количество, но не суть. Прежде всего, каждый ответственный пилот, который не считает нужным донатить, никогда не потратит голду на прокачку, то есть ускорение, на азартные игры, там рулетки какие-то, карты, то есть если таковые будут снова появляться, на какую-то с перебором в ВП валюту, то есть очки мастерской, на неактуальные роботы и снаряжение, а также на покупку кланов и постоянную смену ников. То есть на это все никогда нормальный пилот, то есть понимающий, не будет это тратить. Но могу точно сказать, что голда сегодня тратится больше на приобретение пятого слота в первую очередь, дальше на актуальных роботов, на актуальных снаряжения, на приобретение в небольших количествах очков мастерской. Ну и, конечно же, в последнюю очередь на второй и так далее ангар. Что бы я вам хотел сказать, да даже не то что сказать, а просто рекомендую всем задающим этот вопрос, куда тратить голду, смотреть больше ютуберов на тему Warrobots, а также кто как играет, обращать внимание на их сборки и прокачку, особенно на их практику.
Ну, то есть это то, что вы и будете, в общем-то, смотреть, как он использует все это. Нужно ли вам это? То есть смотрите, разбирайтесь в этом. Не ленитесь, никто за вас разбираться не будет. А в остальном так. Не хватает голды, копи. Запомни, много голды не бывает. В общем, это вам такой вот совет, ребят. Кому я был полезен, не забывайте ставить пальцы вверх. И, конечно же, подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте, которая будет указана в описании. Все, всем удачи, успехов, War Robots!